Проверка региональной контрольно-счетной палаты в Музее промышленности и искусства имени Дмитрия Бурыльна выявила многочисленные нарушения в ведении организационно-хозяйственной деятельности учреждения. Департамент культуры параллельно с контролирующим органом начал свою служебную проверку. Выявленные нарушения касаются ведения бухгалтерского учета, порядка проведения конкурсов и аукционов, а также подготовки документации по списанию тех или иных предметов. Сейчас исследуются все данные по итогам проверки, и к 10 апреля, естественно, будет дано заключение и от Департамента культуры. Все виновные, которые будут выявлены в ходе наших проверочных мероприятий, естественно, понесут наказание, потому что необходимо работать чисто, прозрачно и, естественно, без нарушений.